празднованию Дня России присоединяется Самарский дворец детского и юношеского творчества. Прямо сейчас его воспитанники исполняют гимн страны на балконе. Патриотические песни, стихи и танцевальный флешмоб. Самарские школьники провели яркий перформанс, приуроченный к празднованию Дня России. Кроме того, молодые люди и девушки присоединились к всероссийской акции «Окна России». В годы Великой Отечественной войны в этом здании располагались посольства Северной Ирландии и Великобритании. Сегодня, в День России, окна Дворца детского и юношеского творчества украсили главными государственными символами. Это матрешка, русские березки, самовар, московский Кремль, герб Российской Федерации и, конечно же, российский триколор. Одним из участников праздника стал второклассник Федор Михайлов. Таким образом, он решил поздравить жителей Самары с Днем России. Нет России другой! Берегите ее тишину и покой. Это небо и солнце, этот хлеб на столе и родное оконце в позабытом селе. Я поздравляю всех россиян, чтобы они никогда не заболели коронавирусом, и чтобы все были здоровы вот так, и просто всех поздравляю. Сегодня акция «Окна России» пройдет во всех образовательных учреждениях города. Школы будут украшать поделками, которые ученики изготовили своими руками. Также организаторы предлагают присоединиться к флешмобу всем жителям Самары. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.